so much unjust that he demand labor from me, which can be Он настолько несправедлив, что требует от меня выполнения труда, которое можно выполнять только днем. Он требует, чтобы я занимался этим трудом ночью, делал то, что можно делать только при свете дня. Отсутствие справедливости, как он может быть настолько несправедлив? Но несправедливости нет в нем. Я буду делать то, что способен делать при свете. То, что требуется от меня. Мне это необходимо в настоящий момент. Нет никакой возможности несправедливости с его стороны. Возможно, мы должны погрузиться глубоко в наше сердце, чтобы спросить, какова моя внутренняя потребность. В этом случае, подобных обстоятельствах, что должно быть моим долгом? Я хочу узнать, каков мой долг. Возможно, для этого, чтобы я узнал о том, каков мой долг, подобные негативные обстоятельства иногда окружают нас. Вера поможет нам выйти с честью, преодолеть испытания. Безграничная Вселенная, в этой безграничной Вселенной только вера в Него может спасти нас. Высочайший разум может привести нас только к такого рода пониманию. В противном случае мы потеряны. Малое или большое — все это бесконечно крошечные части безграничного. Поэтому человек не может гордиться своей величиной. Каким бы великим он ни казался, о каком бы великом явлении ни шла речь, все это лишь незначительная часть Вселенной. Между большим и малым разница невелика. Только люди, которые уповают на целое, могут оказаться в выигрыше. В противном случае, большое и малое разница очень незначительна. Принять прибежище в высшем авторитете значит верить в его промысел. Это лучшая стратегия, рекомендованная Бхагаватам. Бхавату даршанам джатта тапунат бхава даршанам Кунти Деви inviting dangerous position so that Кунти Деви призывает опасность, поскольку только в опасности мы можем в высочайшей степени направить наше внимание на поиск ответа, на поиск Его, того, кто способен спасти нас. Мы можем сосредоточиться, мы обращаем наш разум в высшей степени, сосредотачиваем, когда находимся в опасности. Поэтому опасность, мой друг, и я хочу опасности, я призываю опасность, когда беспомощно я могу обратиться к Кришне, крайне внимательно, с высочайшим возможным вниманием. И опасность, мой друг, поскольку я крайне внимательно могу сосредоточенно молиться о помощи Кришны. Более глубокое видение обстоятельств
таково. Обстоятельства приходят к нам на помощь в нашем положении, и опасность — это не опасность, если у нас есть вера в Него. В того, забвение которого — единственная опасность, и никаких иных опасностей не существует. Мы не признаем существование никакой иной опасности, кроме забвения Кришны. Это единственная опасность — майя. Майя — единственная опасность забвения Кришны. Забвение нашего хранителя, нашего доброжелателя, нашего хранителя — это опасность. И никаких иных опасностей мы не собираемся признавать. Что бы ни вдохновляло меня быть ближе к моему хранителю, это нечто, мой друг, мы попытаемся понять эту линию помощи и понимания, Только Кришна — наш друг, а не Кришна — это опасность. Простота, не двуличие, не дипломатия. Простота может дать нам Кришну. Нам необходимо, мы нуждаемся в искренней жажде, искреннем желании, не дипломатии. Hidai Gaurani Gaurani.